Кон Жень. Самое прекрасное в любви – это проснуться рано утром, рядом с любимым человеком, после нежного сна. А самое страшное, когда человек, которого вы любили, не тот, кем вы его считали. Двойная любовь. Это Жуань Джен из Жуанши Групп. В жизни он намного красивее. Это он. Говорят, у него был брат-близнец. Жуань Яньян, но он погиб в автокатастрофе. После этого Жуань Джен стал президентом. Какие же красивые близнецы. Очень жаль. У него такой хороший характер. Простите, вы в порядке? Пожалуйста, удалите фото. Спасибо. Господин Жуань, пожалуйста, дайте автограф. Я ваша большая фанатка, вы мне очень нравитесь. Можно фото? Кажется, я прибыла не в тот аэропорт. Мне очень жаль. Я за вами заеду. Разберись, Шэньчжан, я ухожу. Президент, у меня дела. Президент. Брат Ян, ты пришел? Да. Давай быстрее. У меня потек макияж, пока ждала тебя. Выпьем. До дна. Еще один VIP-набор шотов. Хорошо. Вот, выпьем за господина Джана. Ваше здоровье, ваше здоровье. Выпьем. Пью. Кон Жень, хорошо пьешь. А? У тебя красота, приятный голос, пить умеешь. Ты хороша в бизнесе. Неужели в компании Лушен все такие способные, как и вы? Я так завидую. Ну что вы, не перехваливайте меня. Кстати, о делах. Давайте сперва подпишем контракт. Подписать контракт? Да, посмотрите. Не волнуйтесь, пока о контракте. Можно заработать на контрабандном алкоголе. За этим сейчас следят, будь осторожен. Какой стал следующий? Б-31. Хо! Вот это настрой. Вторая. Б-31, этот стол. Третья. Да, вот так. Еще одна рюмка. Кон Жень. Сяокон, Сяокон. Ты в порядке? Извините. Последнюю рюмку за нее выпью я. Алкоголь здесь что надо. Все в порядке. Но ведь... Это что, зеленый чай? Что ты несешь? Но... Кон Жень, вы решили меня обмануть? Да нет же... Вот так вы ведете со мной дела? Господин Джан, выслушайте меня. Хватит. Господин, это... У нас есть отличный алкоголь, я могу дать вам скидку. Да кто ты такой? Что за чушь ты несешь? Ты извиниться не хочешь вообще? Но... Кон Жень... Господин Джан... Не нужно объяснять. На кону было подписание контракта, а ты как поступила? Ради подписи спектакль разыграла? Найдите его. Дайте мне еще шанс, пожалуйста. А ну стой! Господин Джан, не волнуйтесь, я сейчас его верну. Господин Джан, давайте выпьем. А ну стой! Почему ты сказал, что там зеленый чай? Я не ошибся. Это слишком легкий алкоголь. Ты больной, что ли? Но это все равно алкоголь. А ну вернись и объясни моему клиенту. Идем. Прошу, помоги. Сюда за мной. Сегодня я поймаю его. Да что ты делаешь?
Он там? Нет. Сегодня же поймай этого засранца. Помоги мне. Он зависал здесь несколько дней. Надо поймать его. Посмотри там. Идем. Ты чокнутый? Спасибо. Вчера вы были с Кон Джень. Что произошло? Там появился какой-то парень и испортил подписание. Мы сами не поняли, что произошло. Кон Джень ни в чем не виновата. Менеджер Ли. Здрасте. Решила прийти на работу? Извините, подписание контракта провалилось. Ты знаешь, насколько он важен для нас? В этом контракте полугодовая прибыль всего нашего отдела. Это не совсем моя вина. Кто ж знал, что появится какой-то чокнутый? Контракт потерян. И это твоя вина. Руководству этого будет достаточно, чтобы тебя уволили. За что, менеджер? Кон Джень, перестань, это бесполезно. Почему? Прибыль отдела низкая, и он хотел найти козла отпущения, чтобы уволить. Он уже доложил об этом президенту Лу. На этот раз тебе не отвертеться. Да за что он так со мной? Президент Лу? Почему она уходит? Сегодня день рождения ее брата. Ну уж нет. Я должна все объяснить боссу. Президент Лу уезжает, иди за ней. Хорошо, спасибо. Пока. Ахао. Я пришла. Время так летит. Прошло уже 10 лет. С днем рождения. Сестра, Жуань Джень здесь. Президент Лу. Зачем приехал? Пришел навестить их. Забери свои цветы. Президент Лу, прошло 10 лет в той аварии. Ты потеряла своего брата. И я тоже потерял брата. Мы все жертвы. Не сравнивай меня с тобой. Мой брат погиб из-за твоего Жуань Яньяна. Я этого никогда не забуду и не прощу. Расследование показало, что авария произошла из-за несчастного случая. Мой отец также выплатил вам компенсацию, но ты непреклонна. И ты вставляешь палки в колеса моей компании. Это уже переходит все границы. Я хотел бы предупредить тебя. Если так и продолжится, мне придется выставить тебе неустойку. Водитель, остановитесь где-нибудь здесь. Хорошо. У меня еще дела. Я пойду. Это что, зеленый чай? Остановите тут. Я переведу вам деньги. Хорошо. А ну стой! Остановись! Что вы делаете? Так это и правда ты. Вчера ты мажор в клубе, а сегодня властный президент? Ты от меня больше не убежишь. Стой! Да что вы несете? Объясни моему начальству, что вчера произошло. Что объяснить? То, что было вчера, не включай дурака. Вы обознались. Даже без усов я тебя узнаю. Не делай вид, что ничего не помнишь.
А это ты узнаешь? Вчера, когда ты меня... Это выпало из кармана. Президент Лу, что происходит? Именно из-за него мы вчера не подписали контракт. Все не так, как сказал менеджер Ли. Я правда не виновата. Из какого-то отдела? Я Кон Джейн из отдела продаж. Президент Жуань, если я правильно помню, твой младший брат с детства играл с кубиком Рубика. Я не понимаю, о чем вы. А? Не уходи! Пожалуйста, объясни все. Кон Джейн. Ты знаешь, кто он? Он президент Жуаньши Групп. Жуаньжэн. Президент Жуаньши? Тогда почему он был вчера в клубе? Что произошло вчера вечером? Рассказывай мне все. Не упусти ни единой детали. Он вернулся? Да, Ян-Ян вернулся. Эта девушка Кон Джэнь вчера видела его в ночном клубе. И сегодня ошибочно приняла вас за Ян-Яна. И оказалось, как вы и говорили, эта девушка выросла в деревне Мэйти. Раньше ее звали Кон Жумо. Отследи, где сейчас Ян-Ян. Да. Я нашла. Спасибо. Кон Жумо, пора есть. Я иду. Кон Жумо. Похоже, ты меня не помнишь. Это все, что произошло тогда. Президент Лу. Вот это он потерял вчера. Ты уверена? Да, уверена. Президент Лу, контракт не был подписан вчера не по моей вине. Я уже знаю о ситуации. Что касается тебя, я тебя вызову. Выходи. Хорошо. До свидания. Сяо Ву. Ян-Ян не умер. С чего ты взяла? Я это знаю. 10 лет назад. Если человек мертв, должен быть труп. А тело даже не нашли. Но подтвердили, что Ян-Ян мертв. Вы сделали это, чтобы он не понес наказание? Об этом сообщили спасатели. Там было слишком глубоко. Мало шансов, что он выжил. Думаешь, я поверю твоим словам? Этот кубик 10 лет назад принадлежал Ян-Яну. Прости. И когда сегодня Кон Джэнь встретила президента Жуаня, он выглядел так, будто ничего не знает. С кем еще Кон Джэнь могла перепутать Жуаньжэна? Конечно же, с ним. Время видел? Вставай давай! Пап! Вставай быстрее, бегом! Сколько времени? Вот же, дай поспать. Кем ты работаешь? Ночами пропадаешь, спишь весь день. Работаю в поте лица, зато это приносит деньги. Но ты еще ничего не заработал. Ты же вымотан. Это все моя вина. Папа, хватит. Нет уж, послушай. Говорю, хватит сидеть на моих ногах. Мне кажется, ты просто хочешь поговорить со мной по душам. Ты даже не даешь шанса помочь. Давай. Я дам тебе шанс помассировать мне ноги. Вот. Ты вчера должен был пойти в больницу. Снова не пошел? И так много. Потратили денег на мое лечение. Я в порядке.
Тогда почему мы вернулись? Разве не для лечения? С тех пор, как мы вернулись, мы уже столько потратили. Может, пойдешь к своему брату? У меня нет брата. Все еще упираешься? У тебя нет брата? Но ты продолжаешь держать у себя этот кубик Рубика. Хватит об этом. В конце концов, не беспокойся о деньгах. У тебя есть я. Завтра ты идешь в больницу. Я сам провожу тебя туда. Ясно? Хорошо, хорошо. Пойду приготовлю что-нибудь. Кубик Рубика? Кубик! Вот блин. Конджин, если ты пообещаешь мне найти владельца кубика Рубика из ночного клуба, я закрою глаза на потерю контракта и не уволю тебя. Повышу тебя и увеличу зарплату. Сестра, я нашел. Здорово. Конджин. Бери кубик Рубика и пойдем. Надень это. Тебя тайно будут охранять. Не волнуйся. Ладно. Это точно, что полчаса назад Ян-Ян появлялся в клубе? Да, это точно. Ускорься, опереди Луюнь. Хорошо. Выбери самое видное место. Положи кубик Рубика на стол и выйди на танцпол. Это она. Возможно, кубик у нее. Президент, кубик Рубика пропал. Но кто-то положил мне ключ-карту от номера. На нем написан адрес и номер комнаты. Конджин, держи ключ, мы идем. Хорошо. Сестра, это здесь.
Президент Лу, почему вы здесь? Ключ от номера ты потерял в клубе. Я дал ключ госпоже Кон. А вы зачем пришли? Этот номер не похож на то место, куда бы вы пришли, господин Жуань. Человек сам выбирает место для своего отдыха. Президент Лу, спасибо за ваши старания. Если на этом все, я хочу отдохнуть. Президент Жуань, вчера из-за вас было сорвано подписание контракта. Пока президент Лу здесь, прошу вас, объясните ей все. Вчера вечером я... Это... Президент Жуань, расскажите, что произошло вчера. У вас же нет провалов в памяти. Вчера я много выпил. И играл в правду или действие. Позже меня позвали друзья, чтобы выпить. Что потом? Затем. Я случайно наткнулся на ваш столик. Увидел, как какой-то старик домогался до госпожи Кон. И преподал ему урок. Но почему за вами гнались охранники? Я поднял шум около вашего столика. Конечно, они преследовали меня. Хотите спросить, что было дальше? Потом. Потом я хотел спрятаться от охранника и прижал вас к стене. Я наклонился к вам и... Хватит! Президент Лу, то, что он сказал, в точности произошло вчера. Теперь вы слышали, что подписание сорвалось не из-за меня? Ты уверена? Я уверена. Президент Лу, это я виноват. Иначе, кто еще это мог быть? Хорошо. В этом деле мы разобрались. Дальше это уже не твое дело, иди домой. Хорошо. Раз все встало на свои места, я... Ты все равно не подписала контракт. Ожидаю уведомления об увольнении. Но за что? Президент Лу, мы же все выяснили. Я же ни при чем. Президент Лу! Президент Лу! Президент Лу! Десять лет назад. Ну как тебе, Джень? Я угнал машину родителей, чтобы ты смог заполучить девушку. Если она тебя пошлет, не вини нас за подколы. Мы недавно получили права. Это не слишком опасно? Если родители узнают, нам конец. Да плевать. Сейчас нет ничего важнее любви. Что это? Ну-ка, посмотрим. Жуань Джень, какое же сопливое письмо. Верни сюда. Это на тебя не похоже. В моем сердце ты как солнце в пасмурный день, пробивающееся сквозь облака, и лунный свет, сияющий в ночи. Джень, оказывается, у нас романтик. Ян-Ян, хватит ржать. На, прочти. А ну, верни. В моем сердце... Осторожно! Очнулся. Очнулся. Джень. Раз ты очнулся, скажи мне, кто был за рулем машины? Кто убил моего брата? Джень. Расскажи,
кто был за рулем. Кто бы это ни был, мы найдем его. Расскажи все. Скажи. Говори быстрее. Джен, скажи нам. Да. Это Ян-Ян. Дорогой братик, с возвращением домой. Здесь есть кто? Жуань-Джен, мы не виделись 10 лет. Чего ты такой нервный? Будто я кусаюсь. Или же ты сделал что-то плохое и боишься, что я узнаю? Дай угадаю. Ты использовал меня как козла отпущения и до сих пор не признался, так? Это ты вынудил меня, Ян-Ян. Ты подвергаешь Жуань-Ши опасности. И только так я мог вернуть тебя. И поговорить с тобой. А? Ты выбрал весьма изощренный способ. Я прекрасно знаю, что ты задумал. Не волнуйся. Я вернулся не чтобы свести с тобой счеты. Не стоило меня похищать. Я просто пришел к тебе попросить денег. Отец перед смертью оставил тебе кучу денег, а ты поклялся, что никогда не вернешься. Теперь ты внезапно появляешься. Твоя цель подозрительна. Это небольшие деньги. Я хочу купить себе свободную жизнь. Это очень выгодная сделка, правда? Что ты хочешь? Подойди ближе, и я скажу. Наконец-то втащил. В итоге... Что ты хочешь? Я сказал, денег. Папа болен. Я хочу остаться здесь и лечить его в хорошей больнице. Он твой отчим, а не мой. Семья Жуань не обязана его лечить. А ну-ка повтори. Семья Жуань не обязана его лечить. Жуань-Джень, если бы дядя Кун не заботился о нас с мамой все эти годы, ты бы сейчас здесь не стоял. Если хочешь остаться, то должен следовать моим правилам. Здесь может быть только Жуань-Джень. Жуань-Ян-Ян умер. Поскольку ты вернулся, даже не думай выходить на улицу. Жуань-Джень, козлина!